В преддверии Дня медицинского работника мы обращаемся со словами глубокой благодарности ко всем, кто самоотверженно стоит на защите здоровья наших граждан. Основоположник отечественной военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов говорил: «Тот, кто избрал труд врача, должен дать клятву, что будет честно служить своему народу». В прошедшем непростом году борьбы с пандемией вы и ваши коллеги проявили в этом служении лучшие профессиональные человеческие качества, чуткость, милосердие, искреннюю заботу о пациентах. Благодаря высочайшей квалификации и преданности профессиональному долгу наших врачей, фельдшеров, медицинских работников, медицинских сестер, водителей автомашины, автомашин скорой помощи, медбратьев, всех, кто участвовал в этой непростой работе, включая диспетчеров, станции скорой помощи, были спасены тысячи человеческих жизней. Я от себя лично и от всех жителей Тверской области, и от всех людей, которые у нас находились на территории региона, хочу вам выразить сердечные слова благодарности, сказать сердечное спасибо за ваш благородный и самоотверженный труд.